ролей дочки вы гордитесь? Да никакой не горжусь. Чем мне гордиться? Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей, и что рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, это романтическая юность. То есть вы хотите сказать, что у женщины все-таки главное предназначение – это дети? Ну, если она хочет быть полноценной женщиной, да. Я не видел счастливых актрис, даже быстрейскую взять. Ни детей, ни достойного ухода, мучения, одиночества.